включаем. Бля, куда пропало, блядь? Дай-ка я так. А, держи. Ага, вот так. Чтобы что-то было видно. Да, я себя вижу. Нет, это ты. Так, подожди. Знаешь что, запиши вон там кадр чуть-чуть. Горы там. Ты ебал, 5. Эх, корейцы прут, бля. 1680 примерно дома на время. Стерео херачит. Да. Ну так, держи камеру. Что тут было? На русском радио торговая сеть «Эконом». Открылся новый «Эконом». Большой торговый зал, более 500 квадратных метров. Все, что нужно для дома, туризма и летнего отдыха. Большой выбор бытовой химии и посуды. А также удобная парковка. «Эконом». Адрес.
Шахтёров агаши, Мотанаке. Джессика의 Goodbye 들어봤습니다. 카누 아이스 라떼? 카누 아이스 라떼? 10:30? Фига себе забили. Минералинс가 핑크빛 생계를 핑크빛 생계 에너지 아이시스 8.0 잘 핑크만 생겨요. 때 우리 사람들 보고 막 욕을 해요. 니들 왜 그 더러운 그 회를 먹냐? 고기는 익혀 먹어야 되는 거야. 아, 실제 우리 사람들이 생고기만 이렇게 먹는 게 아니에요. 기억하시죠? 천엽. 네. 우리한테 너무나 익숙한 그 모습이지만 외국 분들이 보면 정말 이거는 놀랄 일이 있을지. 나무라죠. 그쵸, 그럴 정도죠. 근데 사실은 그게 꼬르꼬르한 맛이잖아요. 그래서 네. 저는 결혼했을 때부터 이 육회에 관한 이런 운원들이 되게 많이 남아있어요. 뭐. 그렇구나. 공산이 영향이었구나. 네. 역시 이 시간을 통해서 음식을 살 때 있는 부분이 아니라 이런 것들. 왜 더 쉬워졌지? 기가 더 쉬워졌지.
куда ребята пропали, блин? Да это телеканал, помеха, видишь? Кого? Что-то еле как.앞으로 이번 비는 오늘 밤 안으로 모두 그치는데요. 그 사이 예상 강수량은 5에서 30mm 정도입니다. 특히 비가 내릴 때 지금도 천둥 번개를 동반하고 있는데요. 오늘 밤까지 이렇게 Здравствуйте, в этом выпуске движение транспорта серьезно затруднено на МКАД из-за провала грунта. В общем, госкомпания ЖУЭ. Вадиме, Корсакове и Ирховище плюс 14, плюс 16 в городах, соответственно, временами небольшие осадки. В Южно-Сахалинске в районе Каширского шоссе, передает Интерфакс. На месте работают. Я забила, блядь. Спасатели.
На борту Ан-2 находились 4 человека, они живы, доставили в Кодин. Еще так, болезни современного американского общества и доказательства тому трагедии в Италии оружию. Тем временем Минюст США отправил 29 миллионов долларов помощи семьям 9 погибших в церкви в Южной Каролине, популярной у темнокожего населения. Евро 6 рублей 91 копейка. Погода. Сегодня в Петербурге небольшие дожди, плюс 21-23 градуса. В Москве местами кратковременный дождь, возможно, гроза и 20. Самый серьезный удар стихия нанесла подача. В зоне затопления несколько сотен